33-летний житель Котельников в 2020 году организовал в Люберцах лабораторию по производству наркотических средств. Он изготовил кустарным способом не менее 128 граммов наркотического средства метамфетамин с целью последующего сбыта. В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий в апреле 2021 года незаконные действия злоумышленника пресечены, а изготовленное наркотическое средство и предметы для его изготовления изъяты. Подсудимый вину признал в полном объеме. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживает Люберецкой городской прокуратурой. Приговором суда от 19 мая 2022 года подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта Г части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.